По данным Государственного комитета по статистике, 361,8 триллионов сумов – таков показатель ВВП Узбекистана за 9 месяцев текущего года. С января по сентябрь рост составил 5,7%, ВВП на душу населения – 3,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ВВП увеличился в реальном выражении на 5,7%, а показатель на душу населения составил 10,8 миллионов сумов, что на 3,7% больше. Темпы экономического роста за январь-сентябрь 2019 обусловлены положительной динамикой в основных отраслях экономики. Валовая добавленная стоимость, создаваемая всеми отраслями, составила почти 91%. Чистые налоги на продукты в структуре ВВП 9,1% и продемонстрировали прирост на уровне 5,6%. Наибольший вклад в прирост ВВП внесли промышленность и строительство 1,6 и 1,1% пункта. Объем строительных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 19,3%.